Настенный декор. Такое вот всеобъемлющее понятие, от картин каких-то великих художников, которые стоят десятки тысяч долларов, до простых каких-то вещей совершенно, но которые не менее уместно и красиво смотрятся на пустующей стене. В любом случае это лучше, чем пустая стена. Вот такой вот декор, вот такие вот миниатюры на дереве, очень мило сделаны они, спокойные тона, спокойный принт такой вот. Вот в данном случае на морскую тематику. Есть такая петелька здесь. Такая вот петелька из нитки толстой. Повесить можно удобненько. Можно где-то разместить в детской. Можно разместить где-то на кухне. Можно разместить где-то в коридоре. Но одним словом, вот такая вот миниатюра везде будет уместна. Ну а морской стиль это уже на любителя. Ну и вот такая вот еще пример такой вот детский такой. Принт какой-то, такая вот девчонка с непонятным лицом, что с ней случилось, непонятно, конечно. Но, в общем-то, выглядит очень интересно, забавно, одним словом. Спасибо.